Так, по счастливой случайности, что мы захотели какать, мы остановились в самом замечательном месте, кафе Райса. Это где-то недалеко от Самары. Сейчас на улицу пойдем. И мы увидели... О, как Миша пьет. Мы увидели самолет, мы пошли к нему. Мы сфотографируемся все вместе. Знаешь, какой-то самолет? Не, не знаю, три семерки, 777. Папа, не, не знаю. Самолет настоящий? Да, он летал в свое время в воздухе. Пойдем смотреть. Пошли горшочная фея. Выходи. Смотрите, айфон. Давай, выходи, мелкий. Давай, пошли. Дверь закрывай. Давай, 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 давай. А вон и тигр, смотри, какой самолет. Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Чего? Какой? Папа! А? Что? Папа, это пилот военный. Да, там сидит. А вон, смотри, машинка какая. Смотри, какой самолет. О, какой. Пошли. Посмотрим, что у нас тут есть. Вон всякие самолеты. Папа, сейчас залезешь. Машинка военная. А? Машинка, машинка тоже военная. А вон Маша и медведь. Папа, машинка военная. Да. Смотри, Маша и медведь узнаешь? Что это? Чего? И мухоморы. И мухоморы. Ой, какой медведь. Липкие? Конечно, каждый трогает. А почему липкие? Папа, почему самолет и машинка военные? Потому что она цвета. А можно на этой машине? Не, нельзя. Она не наша, и там все закрыто. Да? Да. Почему закрыто? Почему закрыто? Да. А ну покажись. Ну просто, потому что... Почему? Потому что... Чтоб не сломали. Иди, сфотографирую рядом с Машей. Я хочу писить. С Машей и медведем. Пошли, становись. Сфотографирую. Стоишь? Подожди. Еще разок. А что это ты делаешь? Молодец. Привет. Пошли рядом с самолетом. Ну просто сделали так, как имитацию. А почему у него крутятся колеса? Наверное. Ой, какой. Да? Мелкий. Иди, смотри сюда. Которых слишком много. Да. Атомы. Очень много. Атомы называются. А? Атомы. Адовые. Ад.